Вот снега у нас сегодня накидало прилично. Да, вон, никакая падла машинки мои не почистила. Дороги, правда, выгрызли нормально. Камера отказывается наводиться быстро, что я вытащил из машины. С одной стороны, кстати, дверь не смог открыть. Там лед сплошной, наверное, будет попозже. Вот, птички накормлены. Вон пищат где-то. Школы сегодня, правда, закрыты еще. Точнее, они решили, видать, побоялись. Снежок-то идет. Еще обещается сколько. Где-то 5 инчи сегодня еще нападать. Они побоялись школьные автобусы выпускать на дороге. Кто тут трещит у меня? Кто тут? Где? Где ты, птиц какой-то? Ну ладно, ну красиво, да. Просто пушисто. Пару градусов даже тепла. Ну, очистили. Большие хайвеи запретили ездить. Это, в смысле, ограничения ввели 45 майл. Да и так смотрю там по новостям. Никто почти не ездит. Мало кто, только дальнобои сумасшедшие. Типа бабки зарабатывают. Ну, дорожка все выгрызена дотла. Но нам не страшен серый волк. У нас все ведущие. Наработку мне всего завтра. Надо будет только снег и лед отколупать от машинок. Красиво, красиво, очень красиво. Во. Калибри тоже не покушают. Шутка, их у нас сейчас нету. Они типа улетают в теплые края на зиму. Просто так, для красоты висит. Точнее, не для красоты, а из-за лени. Ну так, прилично. У меня эти такие дежурные сапожки резиновые, чтобы выйти в такую эту. И глубины снега хватает, чтобы сверху набраться. Вот у нас. О, слышу детские голоса. О, дятлик прилетел кушать. Сейчас мы его найдем. Где у нас зайки? Идите. Вот он. О, дятлик пришел кушать. Класс. Давай. Я сегодня с утречка еды надавал. Давай. Они, кстати, с кормушек таких простых не едят. Они вот любят вот эти рамочки. Как прицепятся лапками. Ну-ка, давай. Хороший зайчик. Это мальчик, кстати. Их у меня так где-то, наверное, с десяток, наверное. Где-то вокруг шарится. Слышу детские голоса, у меня там горки такие есть. Тут склон хороший. Видать, катаются на санках. Раз школы нету, чем-то заняться. Красиво. Все.